надоело молчать, скрывать, лгать, притворяться, что всего этого не было. 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 Но совсем не так, как об этом рассказывают. Правда настолько невероятна, что в нее трудно поверить. Но она стоит того, чтобы о ней узнали. В 2016 году в США состоялись президентские выборы. Победа Дональда Трампа удивила весь мир. И лишь немногие знали, почему исход выборов не мог быть иным. Фильм «Исповедь» Евгения Пригожина.